Шоколадные шашлыки. Кому шоколадные шашлыки? Кому шоколадные шашлыки? Покупайте шоколадные шашлыки. Свежие фрукты, потрясающий, великолепный бельгийский шоколад. Кто купит шоколад, тот будет очень рад. Вы хотите шоколадный шашлык? А вы хотите шоколадный шашлык? Подходите, покупайте шоколадные шашлыки. Шоколадные шашлыки, шашлыки. Шоколадные шашлыки. Шоколадные шашлыки. Великолепные, потрясающие, свежие фрукты. Отборные, свежие. Шоколад из Бельгии. Шоколадный шашлык по цене кружки кофе. Таких цен вы еще не видели, таких шашлыков вы еще не пробовали. Шоколадные зодиаки, шоколадные бегемоты. Чтобы вода не попадала в шоколад. Чтобы собачество. Так нет. Нет, не стекает. Проверено. Улыбнись. Так, Наполеон. Скажите еще раз, о, это божественно. Уже так не получится. Да, это было очень круто на самом деле. Тогда бесплатно шашлык еще. Вы сначала попробуйте так же круто сказать. Это божественно. И улыбайся. Дима, ну ты только... И улыбайся. Улыбайся. Улыбаемся, и Маша. Да, там звука не будет, там будет какая-нибудь музыка. Музыка поэтому... будет. Да, поэтому улыбайся. А у вас что, как дела? Ну, мы торгуем, да. Да? О, Господи! Неужели это Эдуард Лебедев? Байк лучший шоколад в мире. Врёшь! Врёшь! Да, Лукер да, лучший шоколад в мире, Лукер! Лукер нормальный шоколад. Он сказал, что Байк Элибаус. Начали большой, давайте большой. А ты сделай чёрный. А можно мы заберем вот эти? Ещё один, ещё один. Я много лет не могла найти, но там сначала. Давай на перерыв. Вот тут вот розетка, посмотри, может, нас там что-нибудь выберет. Да, решай. У нас выбивают, как живут. Нет, ну у вас выбивало, а у нас работало. Ага. Он сейчас выпил уже, и выпил, и выпил, и мы уже замерзаем. Нет, я прыгал.